Всем привет, меня зовут Маргарита, я менеджер компании города Владикавказ. В этом ролике я хочу чуть рассказать о полученной мной визе в Болгарию, конечно же, с помощью нашей компании. Почему я выбрала именно Болгарию? Основная причина, если честно, была в том, что курорт Черноморского побережья переполнен туристами и находиться в такой тесной суете, если честно, не совсем охота. Также большим плюсом в моем выборе стало то, что оформление данной визы возможно дистанционно. То есть не нужно никуда ехать, не нужна нотариальная доверенность, ничего. Просто я отправилась в паспорт курьером и также его получила в течение 2 недель с положительным ответом. Это на самом деле очень удобно. На сегодняшний день Болгария считается одной из самых бюджетных зарубежных стран. В общем, она подходит всем тем, кто хочет отдохнуть хорошо и недорого. Друзья, если вы хотите посетить Болгарию, то обращайтесь к специалистам нашей компании, которые вам помогут в этом. Всем привет! Сейчас я нахожусь в Москве, в Шереметьево. Вызвал посадку на рейс в Болгарию. Увидимся там. Всем привет! Вот я долетела до Болгарии. Сейчас нахожусь в городе Варна. Что могу сказать? Климат очень мягкий, людей мало, как я и хотела. Море очень чисто на самом деле. Поэтому, ребят, всем советую возвращаться в нашу компанию, и мы вам поможем оформить визу в Болгарию.